В Набережных Челнах представили команду «КамАЗ Мастер Юниор». Презентация прошла в рамках всероссийских соревнований по картингу. Какие преимущества дает участие в команде и как прошли первые старты для спортсменов, расскажем в нашем следующем сюжете. Символический старт всероссийским соревнованиям по картингу на Кубок КамАЗа дали мэр города Наиль Магдеев и заместитель генерального директора автогиганта Жанна Халиулина. В заезде приняли участие гонщики новоиспеченной команды «КамАЗ Мастер Юниор». Я занимаюсь картингом 3 года и сегодня попал в команду «КамАЗ Мастер». Очень хорошее настроение, есть настроение, чтобы победить эту гонку. Мы очень рады, что выбрали именно нашего сына. Он еще относительно мало занимается этим спортом, но уже проявляет свои успехи уже. В состав команды «КамАЗ Мастер Юниор» вошли 12 самых быстрых юных гонщиков, по двое в 6 возрастных группах. Им от 7 до 17 лет, и все они стремятся стать чемпионами. Для достижения этой цели в команде планируют создать все условия. Ну, это поддержка различных видов, то есть техническая, финансовая, спортивная, то есть квалифицированные механики есть, тренера, финансовая поддержка, то есть запчасти, расходные материалы, то есть все это будет поддерживаться. Всероссийские соревнования на Кубок КамАЗа стали для ребят первой возможностью проехать под новыми знаменами. Старты проходили 2 дня в 6 классах. В условиях холодной и мокрой трассы свое мастерство показали более 60 спортсменов из 11 городов страны. Соревнования становятся теперь традиционными. Эта дата будет зарегистрирована уже во всероссийском календаре как постоянная. А в связи с этим будут расти количество участников. По итогам соревнований 10 из 18 призовых мест заняли участники команды «КамАЗ Мастер Юниор». Ксения Шулакова, Радик Ганеев, Челны-24.